Сведения о преподобном Данииле Шушгарском. Память. 21 сентября, 4 октября. Преподобный Даниил был родом из пределов московских. Пострижение в иноческий сан он получил в Комерском монастыре преподобного Корнилия. Память. 19 мая, 1 июня. Отсюда преподобный Даниил ушел для подвигов в безлюдную и лесистую местность, на гору, называемую Шушгарской, и основал здесь свой монастырь. Время жизни подвижника относится к XVI столетию. Празднование преподобному Даниилу местное. Его мощи почивали под спудом за правым клиросом в церкви в честь преображения Господня.